Заходим в АТБ в Оріхові. Берем тележечку и едем. Едем, все прилавки пусті, повигибали, все на свете. Касы чогось не работают, наверное, выходные сегодня. Ну, а мы с тележечкой, может, что-то найдем. Какого-то там хлебчика, чи випічки, сейчас там сходим до випічки, до якоїсь. Нифига нема, одні корзини стоят, все пусто. Никто ничего не продает. Закрытый АТБ, выпечки тоже нема. Буду я сегодня голодный, наверное. Хлеба тоже нема. Ой, ладно. Будем есть пенопласт, значит.